здесь называется? Да. У меня один мой друг, даже коллега мой по Skyride, Володя, мы живем недалеко друг от друга через два дома. Он мне звонит и говорит: Валер, у тебя ванна есть? Я говорю: прикинь, нет, а что случилось? Ну, труба засорилась. Так и так. Я говорю: посмотри лайфхаки в интернете, как ее очистить. Вы и то заливали, и то. Но у меня тоже вантус. Ну, у тебя есть вантус? Нет, а что случилось? Без стены покрасить надо. Я заливаю крота. На случай... Крота? Да, ну крот есть такая живая. Слушай, я совсем недавно обнаружила, ну, сейчас это будет очень ценная информация, потому что я забыла название этого порошка. Это такие гранулы, которые насыпаются непосредственно в трубу, 3 минуты промывает просто на ура. Да, лучше, чем много лайфхаков. Мне нравится больше. Да. Ну вы хозяйственные люди, что ты хочешь? Конечно, у меня есть руки, а вот человеку больше ничего не нужно. А это, знаете, очень хорошо. Еще если они у вас растут из плеч, это вообще замечательно. Пишут нам Kitchen Knife Mixer, у кого-то незаменимая вещь в хозяйстве. Турник и брусья кому-то нужны. Да. Полезная вещь. Нет, да. Ну, турник окей, но брусья мы куда? Ну, это надо прямо найти место, ну, да. Чтобы мах ногой, да. Надо как-то делать. Потому что подтягивать. Как ты думал? Там немного нужно места. Мах вправо, мах влево. А тостеры у кого-то тоже важная вещь. Расскажите нам, что обязательно должно быть дома из вот таких товаров для дома? 5-1-2-1-98-4. Далее. 98.4 FM. Нарва. 107.9 FM. Кохтла Яхе. 102.1 FM. Тарту. 107.2 FM. Sky Radio. На твоих частотах. На высоких вибрациях.